Вот в такой вот посылке пришло 100 вот этих вот флисеров, если это я правильно называю. Продукция это называется флисер. Здесь указано teeth stick, то есть зубной стик. Это зубная нить вместе с пластиковым держателем и а-ля с зубочисткой, такой вот тоже пластиковый. Сейчас вам это все покажу. Зачем они мне нужны и почему они были заказаны с Алика? Потому что эти стики, вот эти вот teeth stick, как указано, у нас стоят примерно в 1,5-2 раза дороже. И это будет очень быстрый вид. Видос, потому что все, что я хочу сделать, это показать вам, как оно приходит, вот так оно приходит, и протестить одну штуку чисто на... У меня были такие штуки, и хочу проверить, насколько хорошо держит данная нить, не ломается ли она, не выскакивает ли она из данного пластика. Ну, я прилагаю прям достаточно сильное, такое большое усилие, и она отсюда не вырывается. Я пытаюсь, давайте попробую разломать этот пластик, вот именно вот в этом месте. Я вытащил, но я приложил достаточно большое усилие. Поэтому мне кажется, давайте еще одну возьмем, мне не жалко, давайте белую. Давайте попробуем что-то прям порезать этой штукой. Я сейчас беру и пытаюсь разрезать термоусадку. И у меня это получилось. Ну, я немножко надрезал термоусадку. В принципе, нить неплохая, прям очень даже неплохая. Все, на этом все. Вот эту часть, кстати, можно использовать как зубочистку. Обычные зубные нитки с пластиком, с держателем за $1.80. Если что, ссылка находится в описании именно на того продавца, где я покупал лично их. Спасибо за ваш просмотр. На экране два ролика и подписка у вас на экране.